Всем привет! Сегодня готовим салат из капусты. Такой салат раньше подавали в столовых, буфетах или ресторанах. Хрустящий, сладковатый, в меру острый и очень сочный. Для приготовления понадобится два основных ингредиента. Это капуста и морковь. У капусты убираем кочерыжку. Я буду использовать пол кочана весом 820 грамм. Без кочерыжки ровно 800 грамм. Капусту очень тонко шинкуем соломкой. Посмотрите, соломка должна получиться вот такая. Очень-очень тонкая. И перекладываем в кастрюлю. Друзья, как всегда, полное количество ингредиентов я оставляю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Заходите, смотрите другие рецепты и подписывайтесь. В капусту добавляем 12 грамм соли и хорошо обминаем руками. Обминаем, пока не выделится сок. В капусту добавляем 35 грамм столового 9% уксуса. У меня винный, можно любой. 35 грамм – это 2,5 столовые ложки. И хорошо перемешиваем. Кастрюлю с капустой ставим на очень медленный огонь. И регулярно помешивая, прогреваем в течение 5 минут. Температура нагрева должна быть очень маленькая, чтобы капуста у нас не сварилась, а просто согрелась. Это можно проверить, потрогав ее просто рукой. Капуста должна быть теплой. За счет этого капуста раскроет свой вкус, аромат и станет мягче. Прогретую капусту перекладываем сразу в салатницу или в другую емкость, чтобы она хорошо остыла. Капусту, которая осталась на дне кастрюли, я процеживаю. Таким образом убираю ненужную жидкость. Пока капуста остывает, натираем 1-2 моркови. У меня 2 моркови завесили 150 грамм. Натираем либо на средней терке, либо на терке для корейской моркови соломкой. И перекладываем в капусту. Далее добавляем 50 грамм сахара и 50 грамм растительного масла. Все тщательно перемешиваем. Вот практически наш салат и готов. Убираем салат в холодильник на несколько часов, а можно оставить и на ночь. Такой салат из капусты получается необычайно вкусный. Это отличное дополнение к любому обеду или ужину. Всем желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием, пишите мне ваши комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.